Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Стасян, привет. Глеб, привет. Как ты, малой? Кость, скажи что-нибудь 4000 человек. Мне нечего сказать 4000 человек, если бы 8 хотя бы было бы. Сейчас, вот если 8 будет, тогда он что-нибудь скажет, а пока он молчит. Все, я поехала. Все, ты поехал? Да, давай, могу дальше выйти. Ну. Пока. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, Кость. Пожалуйста. На левой руке татуча обозначает, которая на почве ладони, я не понял. Здравствуйте, здравствуйте. Ну давайте я отвечаю на ваши вопросы. Вот вы все пишете, что типа, блядь, ты заебал, ты не отвечаешь ни на что. Я отвечаю. Кочегара бью, да. Панических атак давно не было. На правой кисти у меня нет татуировки никакой. А Космо Олегович, это не твой друг, Костя? Не-не-не. Но мне бьют там, спину добивают. Барнаул. Да, наверное, осенью. Альбом выйдет, не знаю. Альбом выйдет тогда, когда фирма «Два строителя» достроит мне дом, блядь, они заебали. Когда трек. Всегда трек. Нет, дело в том, чтобы большие города понимали, я не езжу по гастролям в большие города до выхода нового альбома. И поэтому сейчас езжу иногда только по таким маленьким. Казань 6 апреля, блядь. Шапку, по-моему, подогнали. Я не помню, откуда девка оказалась. Бля, Кость, походу 8 не будет тысяч, только 4700. 4700. Че, лох? Я думаю, будет 8, мне кажется, попозже чуть. Это если вот так часа 2 еще посидеть? Я думаю, побыстрее. Дядя, ты мне писал в WhatsApp, я не видел. Салют, не видел. 20 апреля Тула. Тула, 20 апреля, клуб какой? Ара, напомни. Кишинев будет, да, Кишинев скоро.
Да, именно, что свободное место осталось, поэтому надо его чем-то закрасить. ДК «Машзавод», это Тула, да? Ты про Тулу говоришь? Двадцать шестого ты приедешь, я тебя понял тебя. Давай тогда, 26-го увидимся. Кость, пока. Пожалуйста. Это разобрал? Тула, ДК «Машзавод». Скоро совсем. Иди рыжий пообщайся. What's happening? What's happening? What's popping, my nigga? Everything's Gucci, even they buy cotton. Дорого пьют, очень дорого. Дороже, чем вы можете представить. Психологам привет всем. Мне пишут, а что за смысл тянуть с альбомом? Дропы уже. Точно, может завтра выкинуть его. Не напрягает его. А вот вас ебет, зачем я лайкаю Лесе? Ну вот все большие города, вот вы пишете там Хабаровск, Новосибирск, Барнаул. Я не думаю, что я до лета, даже до осени окажусь в этих городах. Поэтому сейчас только такое, или Подмосковье, или что-то, или там, где я не был раньше. Потому что со старой программой я заебался ездить. Охота приехать с новым альбомом. Череповце вообще, я не знаю, только Баста, мне кажется, собирает в Череповце. Череповце хуй чё соберёшь? Как я провёл это лето? В Новокузнецке не был, но в Новокузнецке был зато. Стабильно, но бизнес, снег. Но я не буду сохранять, да, это все? Сохрани, конечно, там столько информации. Вообще, дохуя, очень важная информация. С Бастой общаемся, Децла лично знал. Знал? Бля, в Киеве, не знаю, как мне откроет въезд в Украину, так я и буду в Киеве. Смотри, чтоб член не набили. Блядь, мне нравятся шутники вот эти. Зачем Оля с Фрост общается? Я в душе не ебу, зачем Оля общается с Фрост. В Санкт-Петербурге 18 апреля я буду выступать на каком-то автопати после какого-то чего-то, форума. 18 апреля в Санкт-Петербурге я буду петь песни. Ну, свои охуевшие шлягеры, вот эти хиты, нетленки. Ара, что, зачем Лёха? Ну, пишет, ебать ты старый. Ебать ты молодой, иди нахуй, блядь. Вот Турбатов, Алман, я с тобой согласен. Ага, не надо было про Питер говорить? Хорошо, не будет меня в Питере 18 апреля.
Все, опять я понял. Никакого Питера. Извините. Пачку отъел, да. Все, поедем. О, блядь. И пакете другой стакан. Ащ. Почему она у тебя жужжит до сих пор? А все, все. Жужжит? Не, просто мало ли, тратишь энергию или что-то. Не трачу энергию. У тебя это все вместе, да, камуфляж, рука и... Да. Я все подбирал. Да? Ну, украсили вчера просто. А, да? Да, черный, как обычно. Еще чернее? Ну, да. Не, не бухаю. Вы что? На водичке. А? На водичке. На водичке чисто. Ну. Авиарежим, трек авиарежим будет на сборнике, который должен выйти до лета. Да вообще, на самом деле, не знаю, что будет. Рязань не собираюсь, с Коржом не общаюсь. Да, брею волосы на спине. Что там с альбомом? Что-то происходит с ним. Сколько стоит кипарик? Не знаю. Посчитали, может быть. Сэм, как вот, я не знаю, как Сэм, кстати, вот лучше у Азизы Петровны спросить, чтобы она рассказала вам, как Сэм. Да, в Грузию будет в Тбилиси концерт, по-моему, в августе. Ара, в августе будет концерт, ты смотришь? Я общаюсь с Сэмом, но я бы с ним больше общался, если бы его мама разрешала нам общаться. Какие-то, блядь, вопросы, но непонятные, знаете? Все хорошо, спасибо, Максим Дельян. А что ты делаешь там, Антон? Фитов на альбоме мало будет вообще. Сигареты в клубе. Да, вот это 5000. Немного уходит, до 8 добить. Как будет 8000, тогда с вами поговорит этот человек. Ну, навряд ли. В смысле, ну, навряд ли. Если навряд ли будет 8000, наверное. Но если их будет, ты поговоришь? Ну, если нам есть о чем поговорить, то поговорим. Фу.
Слушай, если их будет 8, то я сам с ними поговорю. Ты можешь, в принципе, от моего имени даже с ними поговорить. Зверт не хочет фит со мной. Да и отписывайся, блядь, ради бога. Плюс-минус один. На голове у меня хачапури. По-аджарски, блядь. Не фитуй с молодой петушнёй, фу. Нахуй. А есть кто-нибудь из моих пацанов, кто смотрит сейчас этот эфир, с кем бы я мог выйти в прямой эфир? Из молодой петушни есть кто-нибудь? Янг Мусор. Все пишут, я молодая петушня. Истра ждет, да, мы в Истре будем большим гэнгом, нас будет дохуя народа, человек 9 будет на сцене. Ты поедешь? Да. Да? Недалеко. Да, я помню. Ну, да, больно, на самом деле, больно, но как бы похуй, потому что, блядь, ничего с этим не поделаешь. Что, Паша-техник? Я 8 мая, на самом деле. А где он, блядь? Давайте техникой сюда, блядь. Лёх. А. Вот 8 мая ты будешь бриться в Санкт-Петербурге. В Турции? Да, реклама тут будет. Уже пошла? Да. Вот туда я точно прилечу. Да когда новый альбом? Когда будет, тогда и будет. Отъебитесь. Техник, иди ко мне в прямой эфир. Или со Смоки могу выйти, потому что это похуй с кем. Бля, на самом деле я сейчас терплю боль, а вы такие все типа думаете, что мне пиздец весело. Вообще, если хочешь. Не, ничего без меня. Я просто не знаю там никого. Я тоже никого не знаю. Голый. Не, иди нахуй, только по делу говорю. Недавно же говорил вроде. Алтай, сука, когда?
подрядился с Васей. Я не сварился с Васей. У нас с ним просто такие отношения тонкие. Бью там, прокрашиваю тени вместо того, что было, бью тени. Не, Аэрофлот будет другой чувак бить. Не этот. Но это самый крутой в Москве. Если кто хочет хорошую татуировку. Ну не то, что хорошую. Ну такую себе. Ну такую себе, если хотите. Если хотите так себе татуировку себе. За так все деньги. То это сюда. Подороже и похуже, что ли? Да. Мне пишут, Леха, ты говна лепеха. Запомни это, возьми себе на вооружение, блядь. И попробуй такой, так скажи, не привязывай. Сука. Так. В смысле, Республику Алтай раскачай, блядь. Что там в Республике Алтай? Там Барнаул и Горно-Алтайск. Как я раскачаю вам всю республику? В Барнаул я приеду осенью. Биг Дри. А? Биг Дри. Чего вам не понравилась моя красная шапочка? Чего доебались? Чего стоит концерт? Это не ко мне, это вот есть там шапки Инстаграма, есть телефон человека, который скажет тебе, чего стоит концерт. Понял, блядь. Шапочка, как у барыги. Выглядишь, как черт. Бля, иди нахуй. О, спасибо. Погоди, сейчас посмотрим, кто хочет со мной выйти в прямой эфир. А, вот Эдгар, нихуя себе. А, техник, Паша, нихуя себе, давай иди сюда. Салам алейкум, Алексей, за ваше здоровье. Алейкум салам, ёпта. Че как сам, как жизнь? Ты вернулся с Бали уже? Да давно, ебать, че, это не мое. А сколько ты там был, блядь? 5 дней. Пиздец, у тебя все сторис, блядь, в темноте. Ну, я там вообще, мне не понравилось. Мне да понял, короче. Все снимают сторис, там Бали, закат, там то, все, море, блядь. У техника просто я иду за пивом, блядь. В темноте, блядь, свое ебало снимают. Меня там узнали, мне неохота было палиться в этом острове, блядь. Тебя узнали там? Ну там, блядь, русских же дохуя, блядь. Спалили меня там на скутерах, короче. Хуи, блядь, и пизда. А ты в Москве? Сейчас, конечно, я уже давно. Давай увидимся. Так я тебе пишу в личку, типа, давай, там, на студийке у меня встретимся, поговорим, приколим что-нибудь. А ты где? Давай в центре пересечемся. Давай, только я сегодня не смогу, короче. Все понятно с тобой, техника. Нихуя, просто я сегодня реально что-то хуевато мне. Такая же хуйня. Меня сегодня подняли эти блогеры, блядь.
А, которые с тобой, кстати, снимали влог, которые тебя накидывали. Да я знаю, я видел сегодня, как раз думал, о, нихуя себе, движуха. Я в 9 утра уснул, они меня в 12 разбудили, блядь. Ну, они нормально там, они заставки нормально делают. Да, да, да. У тебя есть номер мой новый, нет? Напиши в личку мне. Ладно, я тебе... Или хочешь, я тебе так продиктую его? Не, ну да, ты этим ребусом каким-нибудь цифры загадаешь, они же не поймут. Тут я почитал, что тебе пишут, там половина какие-то долбоебы, блядь. Ты напиши в директ мне, я тебе отвечу, напиши номер свой. Конечно. Рад тебя видеть, пошел. Да я тоже рад. Давно не виделись. Ну давай завтра словимся. Бля, давай, да, да не вопрос, давай, я, короче, тебе отпишу в директ, там уже, короче, на коннекте да. Будет. Давай. Все, давай, обнял. Обнял, все, привет, давай. Обнял, давай. Ага. Я как Вася Баста зову людей пообщаться. Просто все равно делать нехуй. Подождите, я же звал кого-то, блядь. А, слышь, давай. Начинай, говори. 9 тысяч человек. 9 тысяч. Дай мне говорить. Давай. Да, в смысле, блядь? Ты же обещал, что, блядь, будет 8. Не, давай, давай ты сейчас, блядь, обещай. Давай, Федор. Многослов обещаю, да? Костя. Давай. На какую тему будем говорить? На любую тему, блядь. 8200 тебя смотрит. Ты сказал, 8 человек, 8 тысяч будут смотреть, тогда я, блядь, с ними поговорю. Это сложно. Это не просто. Наебал, как обычно, просто. Ну все, они уже все... От... Все отписываются? Уже 7, уже 7900. Что почувствовал? Одиночество, усталость. А... Что такое? Может, паузу? Чего? Паузу? Давай паузу. Все, пауза, давайте, негр, я вас люблю. Завершаю.